друзья, мы скоро едем на Бали. Ну как скоро? Через 3 месяца я еще буду говорить об этом. И я просто смотрю фотографии, и я не верю, что я окажусь вот там. Посмотрите на это. Я съела целую тарелку каши из-за того, что я залипала на фотографии. Это, мне кажется, будет так круто. Привет всем, сегодня уже новый день. И мы только что приехали в пункт самовывоза заказов с iHerb. И забрали коробочку. Здесь совсем немножко. Мы делали заказ, потому что Антону нужно было купить спрей B12. И почему-то он решил, не буду-ка я вырабатываться, буду понижаться. Последний раз он у меня был в норме лет 15 назад. Короче, ты расскажешь это на своем канале, не понятно? Важно, в своем не буду этого рассказывать. Сейчас я быстренько открою коробку, короче, покажу вам, что мы еще купили, потому что там вообще всего лишь 3 вещи, кажется. Открываем. Мы прислали штраф. Не будет у тебя нового платьишка. Мы отдадим эти деньги в ГИБДД. B12 спрей. Такой маленький, насколько его хватит, интересно. Это то, что я просто очень хотела. О, боже, я так рада. Я видела, как везде это добавляют смузи, ванильный сироп, типа. Мне кажется, я смотрю на него, и я уже думаю, что он очень вкусный. Я уже не помню, что это. Кокосовая какая-то там умывалка для лица, которую очень сильно расхвалила и посоветовала Катя на своем YouTube. Катя Harmony of Beauty Life, что-то такое. Короче, напишу здесь где-нибудь, так что я вам расскажу потом, как эта штука. Все целенькое пришло, поэтому я думаю, еще что-нибудь как-нибудь мы закажем. Сейчас 7 вечера, я только что вернулась с очередной пробежки. Я бегаю не только по утрам, но иногда и по вечерам. С утра мне не хотелось никуда выходить, и так я чувствовала немного усталость, потому что давно я каждый день не бегала. К вечеру я поняла то, что мне не хватает немного движения, поэтому я просто вышла и побежала. И, блин, вечером тоже просто офигенно круто бегать, совсем другая атмосфера там. Сегодня опять меня штырило, что ли. Единственное то, что я по вечерам странно выгляжу, когда я иду бегать, потому что я вся такая накрашенная, круто. В пудре, с бровями бегу. И люди на меня такие смотрят. Ну, не люди, а некоторые девушки обращали внимание на меня. И такие, типа, что ты накрасилась на пробежку, дур, что ли? Я просто тоже так иногда думала про людей. Думаю, что ты больная, что ли, накрасилась? Тут спортивный зал, пришла накрашенная. Или бежишь там накрашенная. Хотя откуда я могу знать, блин? Судить людей — это такая херня. Человек, может быть, в спортзал после работы пришел, что он должен был обязан пойти и умыться, что ли, чтобы на него не думали, что он как дурак пришел накрашенный. Не знаете и не судите. И я себя стараюсь ловить на этом как можно чаще. Вот просто что-то начинаешь думать плохое, что-то внутри какое-то есть возмущение. Просто остановить себя и подумать, почему я сейчас возмущен, что со мной, что мне не нравится, какая мне вообще разница. И фиг с ними вообще, главное за собой следить. Вот что я думаю. Вот. А сейчас я буду жрать фрукты. Просто нарежу себе огромный таз фруктов и съем его, потому что мне хочется сладенького. И не хватает сладенького, потому что редко солнышко бывает. И, блин, так странно летом, когда было обилие фруктов всяких, Тане нужно было вареную картошку, пиццу приготовить. А сейчас нет. Мне, пожалуйста, давай фрукты за 100-500 миллионов рублей. Женская логика. Вот я себе сделала 2 груши и 1 яблочко. И сейчас просто это заточу с огромным удовольствием. Всем привет, друзья! Сегодня у меня какой-то день недели, я не знаю какой. Чем знаменателен сегодняшний день? Он знаменателен тем, что сегодня я еду набивать себе татуировку. Прости меня, бабуль. Я, конечно же, возьму вас с собой. Может быть, даже включу перископ или что-нибудь такое, чтобы как-то отвлечься от того, как мне будет больно и неприятно. Что это будет за татуировка, я вам потом покажу. Не хочу заранее рассказывать. Еще посмотрите, пожалуйста, как светло. Знаете почему? Потому что вот почему. Зима пришла, и на улице мороз, и холодно. Придется бегать по улице очень быстро. Сегодня я не пошла на йогу в зал, потому что у меня не хватило бы тогда времени. И я пошла и позанималась всем на кухне. Как правильно делать бакасану? Что нужно не просто тыкать туда куда-то коленки, а нужно, чтобы они были здесь, и нужно сдавливать руки, чтобы получилось войти в эту бакасану. Сдавливая коленями руки, очень легко получается в нее войти. Посмотрите, я не могла это сделать. А сейчас могу. Посредственно, конечно, но я могу это делать. Так что я молодец. Сейчас я себе буду делать что-нибудь поесть. Наверное, это будет овсяночка с молочком, который мне подарили. Я пробовала как-то делать на нем овсянку. Получилось просто офигенно. Вот такое молоко, кашка на нем, это просто что-то с чем-то. Так что сейчас я буду бабахать себе кашку.
Вчера я была ужасно расстроена тем, что я 2 дня подряд монтировала видео на YouTube. Оно мне так тяжело давалось, я просто пыхтела, сидела 2 дня с больной головой от того, что я была так сосредоточена, и мне хотелось это скорее сделать. В итоге я все сделала, загрузила на YouTube, а оно мне говорит: хер тебе, Тань, ты просто зря сидела, потому что мы не покажем твое видео на YouTube, потому что оно запрещено в 240 странах, и мы покажем его только в Папуа-Новой Гвинее, если они захотят посмотреть. Так что я просто выложила это видео на своей странице ВКонтакте, я здесь где-нибудь оставлю ссылку на свою страницу, вот, так что вы можете зайти туда и посмотреть этот влог. Мне он нравится, но я не готова его переделывать. Гляньте на этих 2 шизиков. Вы что тут лежите под новосарей? И почему у тебя нос весь в твороге, Чич? У тебя там как дела? И вот так они лежат, вот там на батарее 2 вареные сосиски. Да, сосисочка? Сосисочка, как тебе здесь? Инопланетянин, мистер. Кто у вас насыт в твороге? Ребят, просто великолепно пахнет лесным орешком. Я в восторге. Какой запах стоит. Лесной орех просто космический. И сластить не надо, потому что молоко уже сладкое с финиками. В общем, я села завтракать, как последняя ванилька. Это, наверное, на меня так действует вот эта ванильная штука, которую я купила на iHerb. Мне бы хотелось сказать, наверное, пару слов о ней. Смотрите, тут такая, короче, пипеточка, и в ней капельки. И вот одной вот такой капельки хватает на коктейль, на вот эту кашу, просто чтобы сделать нереально ее сладкой и ванильной. Он очень сладкий. Здесь только натуральные ингредиенты, ваниль, стевия и какие-то экстракты. Ну, в общем, вещь. Вообще-то, честно сказать, я нервничаю из-за этой татуировки. Никогда не была у этого мастера. Но мастера я уже напортачила, как вы знаете. Я надеюсь, все будет хорошо. Я нихера не понимаю, что здесь я на комендантском бываю 1 раз в 5 лет. А на улице ужасно холодно, но я, конечно же, пришла на 15 минут раньше, чем нужно. Как всегда, и мне придется здесь ждать и мерзнуть. Вот, потому что я никогда не знаю. Многим людям не нравится, когда ты приходишь рано. Все любят, когда приходят вовремя. Так что я буду здесь мерзнуть и ждать своего часа расплаты. Я пришла. Здесь моя страх и боль. И мой кот, который скоро будет у меня на руке. Я на самом деле пришла бриться, а не делать татуировку. Так приятно. Прошло 2,5 часа. Моя рука похожа на руку с котом. Блин, они нереально смотрятся издалека вообще. Тут еще нужно доделать все, но... В общем, основной какой-то контур... сделан. Я тут поперископилась, мне было полегче от того, что можно было с кем-то пообщаться. И, в общем, скоро все доделается. И тогда я уже покажу конечный результат. Нет, то, что я набилась сфинкса, ничего не значит. Просто мне нравятся эти коты. Мне не было больно. Я не боюсь заразиться вирусом, да. Покажу, короче, потом в итоге, что получилось. Ой, ребята, я так устала. Не знаю, какая тяжелая работа тату-мастера. Это просто жесть. Ты сидишь и хреначишь там... В общем, все закончилось, у меня болит башка от жужжания машинки, но все равно это было очень круто. Вот, мне все понравилось, понравился результат, мне все замотали, и я покажу вам это, когда это более-менее можно будет показать. Когда это все заживет и сделается, тогда я сниму на видео свою новую татуировку. Ура, я наконец-то это сделала, я хотела просто 1 000 000 раз и никак не могла собраться. Теперь я так хочу домой, господи, хочу спать. Лен. Чичка всю ночь учила экзамен по философии и поняла, что из Негра все люди в ней пешки, и не пошла отступать его. Ну, устала девочка.